Добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и наконец-то, это турнир в Киеве. Наконец-то, сейчас мы поймем, кто получит прокачку ПК. Мы сделали огромнейшее событие, это революционный турнир, потому что такое еще никто не проводил. Мы проведем 4 режима в одном турнире и выберем одного счастливчика. Спасибо киберклубу Имба за такую возможность. Мы получили 30 компьютеров в огромной зоне, очень красиво и самое главное, подходящий для этого турнира. Что такое сегодняшний турнир? Мы играем на бэкхопе, сюрфе, КЗ и дуэли. Попадает в финал 2 человека, где сразятся на дуэли. За лучшее время каждый получает возможность пройти в новый тур, новый раунд, а их всего 4. Интересные просто максимальное правило. Мне интересно посмотреть, кто из них всех станет этим победителем. Спасибо, Ваня, что приехал. Это вообще мем, рандом. Сегодня Ваня будет участвовать. Он считается топ-3 бэкхопером мира. Я поэтому первое место с конца. Так, у нас на серии уже все люди зашли. Если что, участники просто заполнили анкету и все. Ничего нет особенного, все бесплатно. Но один человек уедет сегодня с компьютером за 4000 долларов. Каждому человеку дается по 10 минут на лучший показатель. Только 8 человек из 25 перейдут во второй тур, где будет уже не бэкхоп, а сюрф. Спасибо большое всем за лайки. Давайте наберем 40, ладно, 40 не наберется. Давайте 30 тысяч лайков. Спасибо большое каждому. Это реально интересный контент. Мне очень интересно посмотреть, насколько это рабочая схема. Если будет работать, то почему бы не ехать по городам всего мира и делать такие турниры? Так, ребят, все готовы? Сейчас я назову карту, которую будете проходить. Карта, которую вы будете проходить на бэкхопе, это та, которая у вас сейчас включена. Поэтому я сейчас рестартую сервер. И у каждого дается 10 минут на лучшую попытку. 8 лучших попыток попадают в следующий тур. Все остальные вылетают с турнира без шанса отыграться. Такие вот жестокие правила. Какой-то неожиданный. Раз, два, три. В 25 минут мы смотрим результаты. Всем желаю удачи. Так, пойдем посмотрим, как МНГ проходит. Слушай, так он... Я научился бы. Но он научился. Ну, но... на карте, да. Ай-яй-яй. Прошел? Так, сколько? Ну, ты продолжай. Минут 0,8? Да. У нас есть первое время. Минут 0,8. Минут 0,9, да? Минута 13? Минута 15. Только что слева от тебя. Ну, слушайте, они все близки, это интересно. Минут 0,8? Да. У всех одинаковые, представляете? У кого-то миллисекунда будет разница, и он выйдет из турнира. 43? Да. Ребят, 43 уже есть. Одна минута, это шикарно. Одна минута, это уже путевка во второй тур. 56! Челси, а ты во втором туре 100%. О, подожди, самый маленький на... 55! Ему уже 5 годиков. 12. 12? Да. Слушай, 55, красавчик, бро, я не ожидал. Сейчас. А сюрфи так же хорошо? Сюрфи хорошо? Еще лучше. Ребят, это, представьте, прокачаю ему сегодня. Если я ему сегодня прокачаю, это просто такой контент будет неадекватный. Эрик, да? Мировой рекорд. Мировой рекорд? Что? 7 минут 40 секунд. А, 7 минут, чел. Хочешь, мы тебя возьмем как худшего игрока? Давай. Давай. А, все, пауза. Отложите мышки все. Ребят, не-не, уже все, откладывайте. Время бесконечное, я так скажу. Слушай, по сути, у тебя ноль. Это рекорд мира. У меня тоже. У кого еще ноль? Кто-то... Ты тоже не прошел? Это, знаешь, отдельное просто, отдельное местечко для тех, кто не умеет выходить. Ребят, смотрите, у нас должно было пройти 8 человек дальше, но пройдет 11. У меня есть шанс. У тебя есть шанс? Ты попал, да? Ваня, спасибо за игру, было шикарно, и ты был близок к этим человекам. Ну, а мы приступаем ко второму туру, и это у нас сюрф. Мне очень интересно посмотреть, как будет мелкий проходить. Просто мелкий — это для меня открытие. Ты его недооценил. Я его недооценивал постоянно. Так, а у него лучшее время 46 секунд. Это только что до... Только что? Играй, времени тяни. Молодец. Задрот, получается. 2000 часов. Вот этот человек сможет
сегодня нас удивить на серфе, потому что 43 – это очень достойно. Я сейчас его напрягаю очень сильно. Я через секунд 5 выйду, бро, я тебя перестану напрягать. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Так, ну, мы выбрали, получается, человека, который плохо проходит серф. Получается, да. Слушайте, могу сказать сразу, что на бэкхопе люди проходят более-менее. Здесь серф намного сложнее, потому что у некоторых вообще нет прохождения, а у некоторых время просто зашкаливает, как настолько плохо. Слушай, ну, смотрите. Он просто не тренировался на Сабишоке. 46 секунд. 46 секунд. Новое время. 46. Слушайте, пока все близки. Пока все близки. Следующий раунд проходит всего лишь из 13 человек 4 человека. КЗ. Но самое интересное, что я, наверное, если будет такая же ситуация, как на бэкхопе, я увеличу слоты. И только уже после КЗ останутся 2 человека за лучшее время. Потому что слишком много сливаем людей. Будет поменьше. Осталась минута. Осталось всего лишь 30 секунд. И сейчас решится, кто попадет в третий тур. В третий тур. Так близко. Представляете, люди приходят на турнир, просто сделать бесплатную регистрацию, получают прокачку, медику, компьютер весь бесплатно, без каких-то обязательств, просто ноль. Я им отдаю компьютер и больше вообще с ними даже не общаюсь. Настолько все просто. Такое-то ЧСВ, да? Даже не общаешься. Да. А, все, пауза, 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 пауза. Так, сейчас в Телеграм скиньте ваше лучшее время, каждый. У тебя какой показатель? 46-69. Внезапно интервью, прямо сейчас я пообщаюсь с самым молодым участником этого турнира, ему 12 лет. Ты из Киева? Да. Какой у тебя никнейм? Арчонок. 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 Как бичонок. Ты сейчас прошел в третий тур. И ты даже не тренируешься со словами, я и так знаю, шансы что... Шансы есть всегда, поэтому надеюсь на удачу. Но в 12 лет ты так хорошо себя ведешь здесь и так хорошо играешь, это просто какой-то лютый контент. Мне очень интересно посмотреть, что у тебя будет. Как ты узнал про турниры и как ты в 12 лет настолько сильный, сколько ты тратишь в день часов? Про турнир я узнал из телеграм-канала, то есть я на него подписан уже где-то год. Вот жду момента, ты когда приезжал в Украину, в Киев сам, на видео говорил, что будет турик. Я такой, ладно, подожду, готовлюсь. Иногда, может, на бэкхоп, сюрф, залипал целым днем. Вот. А сколько ты в день играешь в КС? В день, ну, часов 5-6. Так мало? А как ты так поддерживаешь форму? У тебя 10-й? 3-й. Не, а какой левел? 3-й. Как ты 3-й? Ты 3-й левел и так сейчас всех обошел? То есть ты когда будешь... А, ты, наверное, на дуэли не сможешь отыграть? Не, смогу я. А как ты 3-й? Ну, по стрельбе как-то, может, вывезу. Не знаю, скорее не везет с тиммейтами, потому что мне нет с кем играть, сам пытаюсь как-то. 3-й левел сейчас проходит в 3-й тур. А дуэли играл у нас? Дуэли, да. То есть ты шаришь за спавны? Да. У него шанс огромный выиграть. Только что перед турниром еще тренировался с знакомым. Да, и как, выиграл? Ладно, не говори какую свою лучшую карту, ты будешь потом их пикать. Режим, а после него идет дуэль. По правилам должно было остаться уже на КЗ 4 человека, но в итоге их 9. Мы заняли всю линию, весь ряд, 9 человек. Это те люди, которые потенциально могут стать владельцами прокачки ПК. Они боролись... Они проходили 2 тура, и сейчас будет 3-й. Наверное, можно сказать, что решающий. Расскажи, пожалуйста, про себя, как тебя зовут и как ты узнал про этот турнир. Всем привет, меня зовут Илья, играю по никнейму Immortal, мне 19 лет. Утром проснулся, ну как проснулся, пошел в клуб вообще вечером, и утром, когда уже шел домой, ложился спать, взял телефон и начал листать по столе, увидел, ну, Эрик выпустил в Инстаграм типа пост, что будет турнир в Киеве на прокачку компа, ну как-то вот так вот я решил попробовать. Пришел сюда попробовать свои силы, как бы дошел до, грубо говоря, полуфинала, сейчас посмотрим, как оно будет. Дальше у нас персонаж по имени Варнат. Расскажи, пожалуйста, про себя и как ты узнал про этот турнир, какие у тебя шансы здесь себя проявить? Ну, зовут Тимур, работаю, учусь, развиваюсь, про турнир узнал своего Инстаграма. Шансы, ну, я попал в этот тур с последних мест всех этих, серф, бэкхоп, поэтому... Ну, у меня шансы хорошие будут на дуэли, я думаю. А КЗ у тебя есть шансы? Да, есть. Хорошо, давай, желаю тебе удачи. Спасибо. С
Молодое дарование кушает. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя шансы сегодня на КЗ? Ну, ты уже рассказывал, что у тебя... Процентов 50-60. Это хорошо. Попадет в дуэли 4 человека, так что давай, я тебе верю. Добрый день, молодой человек. Здравствуйте. Я хочу узнать, как вы себя чувствуете сегодня здесь. Да, вполне уверенно. Думаю, на КЗ особенно у меня есть шансы, потому что это мой основной режим. Довольно много его играл в прошлом. Самое главное — это не обосраться на имке. На имке? Да. Ну, окей. Молодой человек? Старый человек. Да. Старый человек? Да. Пожилой. Пожилой. Сколько тебе? 19? 20? Расскажи, пожалуйста, тут говорят, что ты один из самых жестких здесь. Я? На КЗ сказали. Ну, такого. Смотря на каком. Какие у тебя шансы? Мне кажется, достаточно большие, потому что я вчера вообще тренил КЗ. Да? А вообще тебе нравится турнир? Да, в принципе, нравится. Почему бы не залететь на него? Саша, расскажи, пожалуйста, это твой нож или скинченджер? Да. Твой нож? Да. И ты едешь на прокачку? Да. То есть, а если ты выиграешь? Все, потом увидят твой инвентарь и скажут, ты что, издеваешься? Только нож? Да. Покажи свой инвентарь. Только нож, говорит. Давай. А Дигл? А эти капсулы ты собираешь, чтобы продать? Да. Ты инвестор? Да. И кейсы собираешь? За сколько, да, за сколько покупал их? Кейсы? Да. Я не покупал их. Они тебе выпали? Я просто проходил операцию на других аккаунтах. Типа фармила будет. Инжой малой? Ну, типа того. Хорош. Они нихуя не выросли. Да? Ну, как у Инжо Малого обычно. Молодой человек, добрый день. Здравствуйте. Вы довольны сегодняшним турниром? Да. Вы попали без каких-то поблажек? Да. Какой ваш никнейм? Сано. А? Сано. Сано? А, не, у вас были поблажки. Так, ты у нас ушел домой? Например, ну, да. До какого момента ты ушел? Уже вызвал такси или на метро? А ты где? На 3 метра. А? На улицу вышел. Ты вышел на улицу и все? И тебе пишут? Да. Кто тебе написал, что ты должен играть дальше? Эрик Шотов какой-то. Свэдди, расскажи, пожалуйста, какие у тебя шансы? У меня шансы, ну, 30%, мне кажется. 30? А почему не 35? Ну, может быть, и 35. Все возможно. Сколько тебе лет? Мне 14 лет. Ты из Киева? Да. Ты был уже на ланах до этого? Нет, это мой первый лан. И поверь мне, ты сейчас добиваешься хороших результатов. А, удачи тебе. Саша Череватый, добрый день. Добрый, добрый. Самый взрослый здесь, да? Это странно. Почему странно? Ну, я думал, что будут люди прям... Я просто на серфе встречал ребят, которые прям, ну, такие басисты лет по 30. Да-да-да. Я думал, здесь будут такие, я посмотрел там десятых левелов, там штук 8, думаю, ну, наверное, ребята, а тут такие задроты. Не, ну, на самом деле, прям детей здесь нет. Там тот ребенок 12-летний, он просто сейчас вас всех может урыть. Я буду рад этому. Не, абсолютно детей здесь нет, это классно. Здесь подростки 18-летние, 19-летние. Мы сейчас посмотрели, что у нас происходит. Сейчас вы увидели 9 игроков. И кто-то, один из них, станет владельцем моего компьютера, моего кресла, моего стола, моего монитора и коврика. Давайте начинать. КЗ. Сейчас самое интересное — это выбор карты. Я его сделаю очень особенно. Мистер по имени Ивангай. Да-да. Сейчас вы будете решать, вы что, в Доту играете? Ивангай, у нас турнир на моем аккаунте, у меня же обучение не было пройдено. Зайдите в КС. Ашин какой-то, почти как Авен, Груг, Деко, Карго, Авалон, Фабрик, Нассау. Я выбираю карту Нассау. Карта Нассау. Ребят, играется карта Нассау. Я не знаю, что это за карта. Посмотрим. Самому интересно, что это за карта. О, какая красивая, посмотрите. Как это красиво. Вау. Не благодарите, не благодарите. Я старался. Видите вот эту реку? Это я Нассау. Суть КЗ режима. Ты спамишься по какой-то точке, и ты должен быстрее всех подняться на самую вершину. Ну, так устроены все карты. Так, в итоге, наш 12-летний талант пытается понять, как пройти эту карту, потому что они реально не знают ее. Они впервые сейчас все. Если посмотреть на рекорды, они никогда здесь не играли. Кстати, на КЗ есть штука как чекпоинты, поэтому у них есть у всех возможность засейвиться в какой-то точке. Мы поставили камеру этому человеку, почему-то мы получили фидбэк, что он может пройти, поэтому мы воспользовались этим моментом, и его снимает видеокамера. Ну, кстати, посмотрите, он, мне кажется, ближе всех уже к финалу, потому что 2.22. И он как-то себя уверенно очень себя ведет, он понимает, что мы сейчас его записываем, он более агрессивно начал играть.
Ты так начал мышкой двигать. Так, у нас первое прохождение. Саша, как ты это сделал? 6 минут. А нет. 5 минут 26 секунд. У тебя 6:45. Ребят, еще 7 минут. 7 минут. Слышите? 7 минут. Вы можете еще раз пройти. Сана, за 2 минуты прошел. Сана, 2 минуты? Что, издеваешься? Начинается настоящая борьба, потому что у него 3 минуты, там 2 минуты. Уже сбиваются предыдущие победители. Посмотрите, что он делает. Он просто идеально играет. Очень красиво. Четыре. Это конец. Все, откладывайте. Ребят, сейчас, к сожалению, кто-то поймет, что вылетает с турнира. 5-10, 5-20. 5-10, 5-20, хорошо. Но, Immortal, ты это понимаешь. Это провал. Ну, это не пройдешь ты дальше с этим. 4-24. Запомнили. 7-53? Не, бро, это уже никуда не катит. К сожалению, ты покидаешь. 3.18? 3.18. 4.15. 2.10. Вроде в районе 9.10. 50? 9.10. Ну все, это мимо. 4.35.90. 4.35. Последний тур проходят Сана, Макс Филатов, Саша и Варнац. Было круто. Ну ты 12 лет и урыл 20-летних. Это было круто. КЗ, только КЗ проблема. А почему ты верил, что ты сможешь? Карту не проходил просто. Все хорошо, бро. Все хорошо. Не, ребята, вот этот человек по имени... Я оставлю его твич. Ты стримишь? Я оставлю его твич. Поддержите его, пожалуйста. Мне кажется, 12 лет показывать такие результаты на бэкхопе сюрфе, это очень стоит. Это стоит сильного. В итоге у нас осталось 4 игрока. И они будут сражаться на дуэли. Каждый из них сейчас будет бороться за победу. Победитель получает прокачку ПК. Мы должны понять, кто с кем будет играть. Поэтому сейчас наш жюри назовет именно тех, кто начинает первую дуэль. В общем, Макс Филатов играет с Сашей, а Варнат с Сано. Все, поняли? Садитесь друг напротив друга. Вот так вот. Я думаю, что для них было бессмысленно, кто с кем играет. Они друг друга не знают. Мы создали классную обстановку. Сейчас вокруг наших финалистов будут те, кто вылетел. А финалисты играют друг против друга прямо перед друг другом. Сейчас вы должны пикать карты. Орел и Решка. Кто начинает пикать карты? Так, Орел, Решка. Орел. Я баню первый? Да, ты первый. Банишь. Минус Эншен. Убираем Эншен. Минус Вертига. Минус Нёк. Минус Верпас. Минус Даст. Минус Инферно. Мираж Трейн остался. Остался Мираж Трейн, ты выбираешь карту. Трейн. Ну, точнее, баню Мираж. Банишь Мираж. Играем Трейн. Игра пошла. Кто выигрывает 30 раундов, тот и побеждает в этом матче. И попадает сразу в гранд-финал. 2-0. Уже сейчас 2-0. Ну тут, конечно, все в одну калитку. А.
11:27. Пошел, наконец-то. 14:27. 14:29. Все. Уважение есть, уважение есть. Еще подслушайте. Мистер Саша, добрый день. Да, привет. Вы в шаге от победы на этом турнире, и вы получите прокачку ПК. Да. Это было легко? Ну, да. Слишком легко? Вы... Он же пятый уровень вроде. То есть... Он пятый уровень. Да. Попал сюда рандомом. Да. Угу. У вас следующий противник уже будет сильнее. Вы часто играете в дуэли на Сайбершоке? Иногда там с другом. Ну, очень редко. Я тебе желаю удачи. Спасибо. Можешь тренироваться, у тебя есть свободный компьютер. Через минут 15 ты начинаешь еще одну катку. Против уже победителя. Спасибо. Все, поздравляю. Мистер Макс. Чего не хватило? Все-таки ты дошел с пятым левелом. Да. Это уже успех. Никто не доходил с пятым левелом. Сейчас все десятки остались. Это, наверное, и послужило главной причиной проигрыша. Ага. Наверное, немного ментальный барьер. А мне кажется, по стрельбе просто. Да, и по стрельбе тоже. Не, ну ты держался молодцом. Спасибо. Ты шел сюда с победой? Да. Ну, не чуть-чуть, но было близко. Спасибо. Спасибо. Так, пик-карт. Орел и Решка. Кто Орел? Я Орел. Может, Тигр? Тиана! Ты гений, реально. Ладно, что выпало? Решка. Решка. Это что значит? Это что значит? Ты выбираешь карту. Я выбираю, да. Минус Эншент. Минус Эншент. Минус Оверпас. Минус Оверпас. Минус Даст. Минус Даст. Минус Трейн. Минус Трейн. Минус Оверпас. Минус Оверпас. Какого? Не. Мираж, Нюк, Инферно, Вертиго. Инферно. Инферно убираем. Минус Вертиго. Минус Вертиго. Нюк или Мираж? Играем Мираж. Играем Мираж. Ай-яй-яй, три в ряд. Красиво. Красиво. Это был камбэк очень хорош. 28-30. Ты был очень близок, брат. Ты держался очень хорошо. Варнас, добрый день, добрый день. Вы только что выиграли игрока. Да, вы чуть не потеряли камбэк. Угу. Вы могли потерпеть поражение очень быстро. Был ряд. Расскажите, почему вы сдались? Руки дрожат. Хорошо. Как вам игра? Как вам противник? Это Костя, честно говоря, сложно было. Такой себе? Такой себе. Сложно было сосредоточиться. Просто тут играешь не за 100 гривен, как раньше, там, 6 лет назад. А на 4000 долларов. Ой. На самом деле, я не знаю, сколько стоит ПК, я просто от красивой суммы говорю. Может быть, он стоит 1500. А, да? Да. Я думаю. Чего не хватило? Опыта. Опыта? Он стрелял лучше просто? Да. Или у тебя было волнение? Он волновался, он сказал. Наверное. Хорошо. А у тебя какой левел? Седьмой. Седьмой? Блин, так ты очень хорошо играл, если седьмой. У меня 200 левел было раньше. Не, очень хорошо и все. Не думаю ничего. Нет, если ты реально седьмой, я думал, тут десятки остались. Так я захожу в КЗ, КЗ попрыгать. КЗ попрыгать? Ну, КЗ ты просто всех урыл, вообще без шансов. Ну и с тем учетом, что ты попал еще каким-то боком на КЗ, это вообще у тебя все было хорошо. Спасибо за участие. Получается, Саша, можешь подойти сюда? Он начинает, мы кого-то UFC снимаем, он пошел раздеваться. Давайте битва взглядов. Так. Не-не, все серьезно, битва взглядов.
Давай заново. Никто не трусись. Не-не-не-не. Все? Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Битва была. Сейчас я предлагаю начать вашу битву. Кто-то из вас сегодня станет обладателем прокачки ПК. И завтра к вам я приеду домой и запишу видос. Домашний видосик. Короче, у нас такие варики. Похлопайте за тот вариант и за тот. Либо играем 1 бу 1 60 раундов, либо 3 карты по 16 раундов. Первый вариант. И второй вариант. А, хорошо. Давай, давай. Играем. Best of 3? Играем один. Best of 1 до 60 раундов. Привет, Эрик. Меня зовут Саша, мне 20 лет. Играю под ником 22 Savage. Прокачка нужна, чтобы бафнуть комп, очевидно. Видеокарта 1070, процессор i7-7700K. Вот комп. Мышка Superlight. Клавиатура HyperX. Маник, Бенки, 24.30. Привет, меня зовут Тимур, ник Варнац. Прокачка мне нужна для того, чтобы играть в Майнкрафт на максималках. Ладно, на самом деле я занимаюсь компьютерной графикой, и для качественных рендеров мне нужен комп. Бля, какой еблан типа такой штуки. Так, делаю обзор компа. Кресло Хатор. Ну, такое более-менее свежее. Клавиатура Хатор. Коврик Strix. Мышка HyperX. Моник Asus 144. Так, ну это Asus за 300 гривен. Так, дальше. Что тут у нас? Ну, такая штука какая-то. Ну, и видюха GTX 980. Ну, в принципе, все. Орел либо решка. Выбор. Орел. Орел. Ну, ты решка. Ладно. Выбор. Бэм. Минус Мираж. Так, минус Мираж. Минус Engine. Минус Нюк. Минус Трейн. Даст, давай Инферно, Оверпас, Вертика. Минус Оверпас, ага. Минус Вертик, да. Минус Даст. Минус... Играем Инферно. Ну все, молодые люди, начинаем играть Инферно. Ну, разные карты постоянно. Принимай вызов, и прямо сейчас мы начинаем. Ребята, аплодисменты за финальную игру. Ну все. Был 1-0, но сразу же ответка 2-0, 2-1, 3-1. Саша, я тебя поздравляю. Ты сделал классную игру. Что сейчас было? Это было легко? Нет. Это был самый сильный противник? Ну, я играл только с двумя, но этот был сильнее, чем первый. Ты понимаешь, что ты за 4 часа сейчас заработал, ну, 4 тысячи долларов, наверное, где-то так? Серьезно? Ну, я до сих пор в это не верю. Ну, то есть я понимаю, но... Ну, это, мне кажется, шанс 1 на миллион. А всего лишь было 33 заявки. На этот турнир подали заявку, ну реально, 33 человека.
Я не знаю, вам что, бесплатно дарить компьютеры? Обычный турнир вы не кидаете заявки, это просто вообще забей. Но ты кинул, ты когда кидал заявку, ты насколько верил, что ты выиграешь? Насколько ты себя оцениваешь? Ну, я был уверен, что я пройду бэхоп, дальше все. То есть тебе, ну, сказать, типа, откровенно повезло? Да. Какой у тебя был тайминг? 4:15. Это был последний шанс? Я не помню. Либо третий, либо четвертый. Дружище, ну, получается, ты в выпуске прокачки. Завтра мы едем к тебе домой. Окей. Окей? Ребята. А, оператор, повернитесь, пожалуйста, на меня. Я хлопаю, еще пытался успеть снять. Следующий ролик. Прокачка ПК. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Уже скоро. Колокольчик, лайк на этот ролик. С вами был я, Эрик Шоков, и... Ребята, подписчики, которые пришли на турнир, все красавчики, все дисциплинированные, вообще умные, классные, взрослые ребята. Пока. Не, это было шикарно.